Что ты сказала, Мерседес? Альдо, мой брат, убил Викторию. Не волнуйся, пожалуйста. Что происходит? Иди сюда, присядь. Мерседес, прошу тебя. Да, я хочу сесть рядом с сыном. Да. Мне очень жаль. Я знаю, что тебе не нравится эта семья. Быть сиренью слишком тяжелая ноша. Роберто, это Франко Сиренью, хотя в это трудно поверить. Что? Это длинная история, я тебе потом расскажу. Но как убийца может гулять на свободе? Франко, убийца все еще на свободе, потому что за его преступление заплатил другой. Мерседес, у меня сейчас голова лопнет. О ком ты говоришь? Я хочу тебе кое-кого представить, Франко. Это Роберто Карденас. Он был садовником, когда ты жил в этом доме. Ты его не помнишь, но раньше хорошо знал. Он был моим женихом. Альдо убедил его взять вину на себя, пообещав оплатить его карточные долги. А он заплатил за преступление Альдо 25 годами своей жизни, Франко. 25 лет в тюрьме за преступление, совершенное Альдо. Но хуже всего то, что Альдо никогда за него не заплатит. Мы имеем только слово Карденаса против его слова. Если бы нашелся свидетель... Он был. Он был, сеньора Хосефина. Неужели есть свидетель? Кто? Яго. Яго Вальдес. Он был там. Он говорил мне, что прекрасно помнит, как все случилось. В этот момент я услышал выстрел. И увидел Яго рядом с лестницей. Он был напуган. Вдруг я увидел, как Альдо выходит с чердака и быстро спускается по лестнице. Я отнес Яго в его комнату, а потом поднялся на чердак и увидел тело сеньоры Виктории, распростертое на полу. Тут вбежала Елена и увидела меня рядом с трупом и рядом с оружием. Потом Альдо использовал это против меня. Тогда моя жизнь стоила очень мало. Как, впрочем, и теперь, ведь Альдо знает, что я его предал. Роберто, тебе придется скрыться. Кроме того, что ты рискуешь, твои показания будут решающими. То, что я услышала, просто ужасно. Франко. Да, мама. Проводи меня в мою комнату. Побудь со мной, сынок. Впервые в жизни я не чувствую себя защищенной в этом доме. Побудь со мной. Идем. Спасибо, Роберто. Спасибо за все, что ты сделал. Я знаю, что это непросто. Надеюсь, что мои откровения помогут. Разумеется. Они помогут. Знаешь, я не думаю, что они сыграют свою роль в суде, но для семьи было важно узнать правду. И для меня это тоже было важно. Теперь я вижу, что очень в тебе ошибалась. Я неверно о тебе судила. Ты же всего не знала. И решила, что я любил Викторию. А на самом деле именно тебя я любил больше всех на свете. Береги себя. Очень тебя прошу, Роберто. Да, да, да. А для кого цветы? Неужели вы влюбились? Я уже вышел из этого возраста. Огонек, не скромничайте, вы еще хоть куда.
Но... И выглядите как настоящий сеньор. Жасмин, давай оставим эту тему. Привет. Здравствуй, Мерседес, как дела? Какие красивые, для кого это? Жасмин, ты не поменяешь белье в моей комнате? Да, сеньора, спасибо. Я хотел отнести их на могилу Виктории. И был бы рад, если бы ты пошла со мной. Да, разумеется. А когда ты хочешь выйти? Если можно, прямо сейчас. Тогда я переоденусь и пойдем. Мерседес, спасибо за все, что ты для меня делаешь. Не за что. Я сейчас.